КТРК «Пенза» и Росфонд продолжают совместную акцию. Сегодня в помощи нуждается Максим Замарков. Свои 4 года он не умеет самостоятельно стоять и ходить. У мальчика ДЦП. На лечение его готовы принять московские врачи. Как можно помочь, расскажет Елена Кожевникова. Максим любит слушать музыку и танцевать, однако в свои 4 года не умеет самостоятельно стоять и ходить, только с опорой или в ходунках. Он не до конца разгибает колени, плохо держит равновесие и полностью не наступает на правую ногу. По словам Ирины Замарковой, несмотря на то, что Максим вместе с братом-близнецом родился раньше срока, серьезных диагнозов им не ставили. 2 месяца, когда мы пошли к неврологу, врач сказал, что Максим здоровый малыш, а вот Артем был очень слабенький. Но уже в 6 месяцев она же увидела повышенный тонус в ногах, ну а затем поставила спастический тетрапорез и ДЦП. С этого времени начались постоянные реабилитации. Количество не сосчитать. Максим вместе с мамой был на восстановлении в Москве и области, Калининграде, в родной Пензе и Крыму на гипсовании. С помощью него у него опустились обе пятки и даже немного тонус снизился, потому что мы делали диспорт. Кроме этого, каждый день они занимаются и дома. Маме Ирине пришлось оставить работу главного бухгалтера и посвятить всю себя восстановлению сына. Она отмечает, что он умственно очень смышленный мальчик и не отстает от сверстников. Это что такое? Один квадрат. Какого он цвета? Мечтает Максим о коньках, ходить вместе с братом в садик и испечь пирог. Даже рецепт взял у бабушки. Но главное желание – одно на всю семью. Я хочу научиться ходить. Осуществить мечту может каждый, всего лишь отправив СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Сейчас Максима готовы принять в столичном институте медицинских технологий. Цель госпитализации – это коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности и объема движения, укрепление мышц, развитие силы выносливости. Все мероприятия будут направлены на увеличение реабилитационных возможностей для того, чтобы научить Максима стоять и ходить. Стоимость лечения почти 200 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Помочь Максиму можно, просто отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвование можно и другими способами на сайте Росфонда. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут помочь через мобильное приложение. Прогнозы врачей благоприятные. Максим сможет ходить. В силах каждого из вас осуществить его мечту. Елена Кожевникова, Сергей Малин, «Вести», Пенза.